Книга Исход, глава 2. Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее, открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет. И сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца этого и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, «я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот 2 еврея ссорятся. И сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодца. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем же вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, говорил он, «я стал пришельцем в чужой земле». Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилева от работ, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог.